Добрый день, уважаемые подписчики нашего YouTube-канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайный зритель. Если вы случайный, то обязательно подписывайтесь. Ссылки ниже, вот там вот. Как раз и переходите на наш YouTube-канал. И, естественно, отдельное приветствие, как обычно уже у нас сложилось, нашим хейтерам, которые пишут разные отзывы о разных инструментах, что тоже интересно. Спасибо большое. Не отключайтесь от нашего канала. Вы нам приносите и популярность, и пользу. Итак, сегодня мы представим вам флагман линейки мотопомп Honda, фирмы Honda, VT20X K4 DE модель. Это, как я уже сказал, флагман этой линейки. Эта машина предназначена для перекачки сильно загрязненной воды. Кабельные траншеи, строительные каналы и так далее не обходятся без этого аппарата. Мощность двигателя здесь составляет 5,5 лошадиных сил. Двигатель стоит четырехтактный фирмы Honda. Как я говорил в предыдущих выпусках, четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и с верхним расположением клапанов – это патент фирмы Honda, который пользуются все остальные, собственно, двигатели в мире. Еще другое колесо пока не изобрели. Аббревиатура этого двигателя, естественно, будет OHV, как вы уже знаете. Итак, перейдем непосредственно к самой мотопомпе, к ее производительности в 710 литров. Напоминаю вам, производительность считается на выходе, сразу же из мотопомпы, с удлинением наших шлангов и, соответственно, сечением или удлинением шланга наша производительность теряется. Формулы мы углубляться не будем, они все подробно изложены в инструкции, которая прилагается к этой мотопомпе. Имплеер здесь состоит из чугуна, поэтому частицы песковые и так далее, измельченные, ей абсолютно не страшно. Простота использования этой мотопомпы также зашкаливает, как и во всей линейке. Четырехтактный двигатель, опять же, заводим, включаем зажигание, заливаем бензин, заливаем масло, заливаем воду. Здесь стоит, естественно, на входе жесткий шланг с, опять же, грязевым фильтром. Мотопомпы оснащены обратным клапаном, поэтому докупать его не обязательно. Он есть, так вообще не нужно покупать. Грязевой фильтр тоже в комплекте. Эта мотопомпа отвечает всем экологическим стандартам, и европейским, и американским, и, естественно, российским. Вибрации минимум за счет уплотнителей резиновых здесь по бокам у двигателя, ну и, собственно, у самой крыльчатки, под 45 градусов, поэтому вибрации минимум, гашение шума максимум. Про диаметр шлангов, естественно, здесь 50 мм, либо 2 дюйма. Ни в коем случае, ну, я, по крайней мере, не рекомендую, да и производители не рекомендуют, что уж тут я. Это производители не рекомендуют ставить сечение меньше, потому что производительность, естественно, будет теряться. Если написано, что разъем 50 дюймов у шланга, он 50 миллиметров у шланга или 2 дюйма, значит, тут и должны стоять шланги в 2 дюйма. Эта мотопомпа профессиональная, также она используется в пожаротушениях. Что производительность у нее действительно самая высокая в линейке мотопомп фирмы Honda. Предназначена она для беспрерывной работы, поэтому строительным компаниям, очистным сооружениям и так далее и тому подобное, эта вещь будет просто незаменима. Аппарат качественный, надежный, гарантия у этого аппарата 2 года. Сборка у этого аппарата полностью в Японии, двигатель собран тоже в Японии, то есть это чистокровный японец до шпунтика. Всем любителям качественной профессиональной японской техники однозначно рекомендую данный аппарат. Ну и профессиональным фирмам, естественно, которые сталкиваются с проблемами грязной воды, соленых участков, подвальных помещений, строительных помещений. То есть эта вещь будет вам необходима, поэтому переходите к нам по ссылочке на сайт и ознакомьтесь с подробной технической характеристикой. И, собственно, все. Увидимся в следующих выпусках. Еще раз подписывайтесь на наш канал. Вот там вот. Пока.